Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 38-летний белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко покорил не только родную страну, но и завоевал популярность за рубежом своим юмором. За последний год он пожил в Польше, Германии, Испании. Сейчас комик живет в Турции. Однако в будущем планирует перебраться в Америку. Он уже получил визу талантов в США. Долгое время Комиссаренко шутил на сцене о своих отношениях с девушками и при этом тщательно скрывал свою личную жизнь. Но все-таки стало известно, что Слава 5 лет встречался с фитнес-тренером Аленой, но до свадьбы так дело и не дошло. В 2020 году молодые люди расстались. И вот, кажется, неделю назад с белорусским комиком злую шутку сыграла сама жизнь. Так, на прошлой неделе стало известно, что Слава Комиссаренко больше не холостяк. В сети появились снимки с его свадьбы с загадочной шатенкой. Торжество состоялось, предположительно, еще в середине сентября, по одним данным в Черногории, по другим в Турции. Неизвестно, кто из гостей был на свадьбе. Молодожены пока не раскрыли детали праздника. Однако, как ни странно, вместо поздравлений комик получил многочисленные сообщения о темном прошлом избранницы. Интернет-пользователи изучили соцсети жены стендапера и выяснили, что его новоиспеченная супруга имеет отношение к интим-услугам. 26-летняя Юлия ранее работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. В сети распространились кадры, на которых девушка, похожая на жену комика, запечатлена в момент работы. Девушку стали подозревать в том, что она предоставляла интим-услуги. По слухам, встречи с мужчинами проходили еще и вне онлайна. Пользователи также нашли страницу девушки на сайте знакомств. «Я хочу доставить мужчинам удовольствие своим видео», – игриво писала Юлия. Поклонники юмориста убеждены, что пара познакомилась во время выступления комика, так как девушка специально искала состоятельного жениха и посещала разные мероприятия. После всей шумихи вокруг новоиспеченной жены юмориста Комиссаренко вышел на связь и прокомментировал ситуацию в личном блоге. В частности, Слава признался, что даже не подозревал, так сказать, об особенных увлечениях своей возлюбленной. «Я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру. Страшно, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным или жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», – написал Комиссаренко. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!